передаю слово у сусідню студію, де вже готова розпочати свою інформаційну годину моя колега Світлана Пензова. Дякую тобі, Наталко. Отже, найближчі півгодини розмова піде про справу будинку Русова. Я думаю, вже можна так говорити саме про цей об'єкт. Отже, за одним столом ми зібрали таких гостей. Це еколог, голова громадської організації «Зелений лист» Владислав Балінський, політик Олег Михайлик і адвокат Дмитро Ткаченко. Рада вітати вас, бачити. Добрий вечір. Доброго дня. Доброго дня. Відкриваємо лінії для голосування. Звісно, цікавимося вашими спостереженнями і ставимо вам таке запитання. На вашу думку, скільки часу витримає відреставрований будинок Русова? Два варіанти відповіді пропонуємо. Перший – це як належить за гарантію на будівельні роботи, на роботи з реставрації, які там були проведені. Або другий варіант – недовго і будинок вже тріщить. Будь ласка, голосуйте. Також можна додзвонитися до нас у прямий ефір 726-3326. Отже, панове, коли я побачила новину на офіційному сайті прокуратури про те, що за версією слідства нанесена шкода будинку Русова, що насправді реставрація – це не така вона вже і автентична, і гарна, якісна, як про це говорили, я одразу згадала ефір у вересні 2019 року. До мене на розмову завітала Олена Сердюк, вона директорка «Укрспецпроект», який ця компанія, власне, і провадила усі роботи. І я пропоную на початку послухати її слова тоді, а потім поговоримо. Будь ласка, сюжет. Якщо говорити про титаноцинк, власно, про покрівлю, то до 100 років. Якщо говорити про ліпний декор, оскільки туди додані, власно, фактично матеріали вже сучасні, вони укріплені, ми можемо говорити про ліпний декор до 50 років. Ну, і дуже важливим елементом, надзвичайно атрактивним, є відтворення заповнень дверей і вікон всіх, тому що були сумніви, ніхто не знав, як і в якому матеріалі робити вікна і двері, заповнювати ці прорізи. І наразі одеська фірма, і це було надзвичайно приємно, погодилася виконати роботи. І фактично сьогодні будинок стоїть з вікнами, які, знову ж таки, завдяки іконографічним матеріалам весь декор на них відтворено. І ви можете сьогодні побачити фасад з усіма деталями, які на ньому існують. Тобто аутентика збережена. Це не зовсім аутентика стосовно матеріалу, природнього матеріалу дерева. Стосовно фактично форми і фактично того декору, який є. Але, звичайно, після втрат, після пожеж чисельних, після, власне, того, що цьому будинку прийшлося пережити, вже після воєнної революції і, скажімо, недбалого ставлення до нього, ми маємо відтворене повністю все декоративне оздоблення. Отже, тоді, рік тому, у цій студії пані Олена Сердюк, директорка «Укрспецпроекту», запевняла, що принаймні все автентичне за формою, давала гарантію на 100-50 років, і тепер читаємо офіційний сайт прокуратури. Під час ремонтних робіт пошкоджено або змінено близько 30% композиційної системи та елементів порядження фасадів. І дається, зокрема, автентичні ковані огорожі, балкони, ліпний декор, декоративні скульптури, старовинні заповнення віконних прорізів, ну все те, про що вона говорила, все виявляється інакше. Владиславо, вам слово. Ну, дело в том, что вы общались с представителем коммерческого предприятия. И для того, чтобы убедиться, что все действительно соответствует вот требованиям в данном случае закона, потому что есть закон о сохранении культурного наследия. Более того, есть исключительно реставрационные условия, то есть вот как есть строительные условия, ДБН, и в том числе 360-92, они регламентируют строительные работы. Точно так же есть такие же регламентные, подзаконные вот эти прописанные акты, касающиеся реставрационных работ. И они достаточно строгие. И также необходимо было соблюсти
закон с точки зрения утверждения и согласования всех этих работ, в том числе с органом охраны. Органом охраны является у нас управление культуры і релігії, і в тому числі облгосадміністрації. Тобто і міста, і області. Відповідні департаменти, вони мають охороняти, правильно? Сталося тільки при обладміністрації. Діло в тому, що город пытался имитировать такую же компетенцию, но по сути они не имеют права давать узгодження, они не имеют права согласовывать, они имели на тот момент право давать только висновки. И вот этими висновками попытались подменить фактически орган государственной власти. Хотя это, по сути, в общем-то, неправильно. И вот в данном случае вопрос в научно-проектной документации, разработке должен был, как я уже говорил, быть со стороны специализированных научных учреждений человек, который бы следил за ходом выполнения работ. Помните, как когда у нас работы по Бельведеру проводились, Анатолий Зотов, он постоянно там находился, вот он был как бы руководителем научным данных работ. Вот здесь такая же точно ситуация. Более того, все лепные части здания, они должны были быть законсервированы соответствующим образом, и по соответствующей методике эти слепки должны были быть отсняты, отсканированы. То есть для того, чтобы сохранить полностью все аутентичное здание. Что касается материалов и так далее, тут это вопрос дискуссионный, но все это должно было звучать не со слов исполнителя, а со слов научного руководителя проекта, который бы впоследствии этот проект утверждал и мог его, скажем, следить за ходом его выполнения. А хто провадив науково-проектну документацію цього об'єкту? Я не знаю, если честно, я ее не видел, но я так понимаю, что у господина Тарпана, а мы понимаем, что в этой схеме он тоже был, потому что часть предприятий и арт-проект, предприятие, которое частично участвовало в работах, и предприятие реставратор 1946, который вот сейчас, которым, собственно, Підозру вручают. И там еще предприятие со странным названием, сейчас не смогу воспроизвести тоже. Вот их как бы сейчас соотносят с господином Тарпаном, говоря, что это он с ними связан. ООО «Чхоліма», так? «Чхоліма», да. Это подрядчики, субподрядчики. Підрядники. Олеже, можливо, ви знаєте, хто провадив науково-проектну документацію? Я думаю, що не було як такової ніякої научної, проектної документації іменно в научному розділі, тому що я не дуже вірю, що це була реставрація. То есть все, что делалось в Одессе за бюджетные деньги, они придумывали любым способом сделать так, чтобы не привлекать научных сотрудников, чтобы не привлекать историков, реставраторов в полноценном смысле этого слова. Если вы посмотрите, как делалось, или вспомните, как делалось Потемкинская лестница, то о каких-то там научных изысканиях, наверное, сложно говорить. То, что произошло с мостом Коцебу, где реставрацию подменили словом реабилитация, думаю, что примерно здесь было то же самое. Я думаю, что разбито было на части. Сначала там стабилизация там, фундамента, потом там консервация крыши, еще что-то, и таким образом была размыта, выведена из городского бюджета там 158 тысяч гривен. И долгое время, я сегодня специально посмотрел. Миллионов. Да, 158 миллионов гривен, и долгое время никто вообще не мог сложить окончательную цифру. То есть, понимаете, уже там сегодня еще додавались еще. То есть они постоянно росли, даже в том числе после того, как у нас обычно делается, после окончания работ под какие-то там доработки. Поэтому я думаю, как таковой реставрации в полноценном смысле, как это описано в законе, про который сказал Влад, ее не было.
И для меня вообще удивительная вещь, почему вдруг областная прокуратура настолько заинтересовалась этим объектом после того, как он 8 лет его сжигали, уничтожали, а никто на это не обращал внимания, а сейчас вот они даже выяснили, что что-то там было повреждено. Да там все было повреждено и украдены огромные бюджетные средства. Я очень бы хотел, чтобы это криминальное провадження было для того, чтобы действительно наказать виновных и установить истину, но я бы еще очень бы хотел, чтобы за ним последовала оценка, а сколько все-таки денег было потрачено и на что. Так вот это расследование предшествовало. На самом деле оно раньше происходило. Но по нему нет не выдвинуто ни подозрений, нет никаких результатов. О том, что не могут такие деньги стоить вот эти самые дешевые материалы, выполнены, вероятно, самым дешевым рабочим ресурсом, который туда привлекался. Я не хочу говорить там молдаване, западенцы, украинцы, одесситы. Скажем, не реставраторами. Вот точно не реставраторами. Вот точно не теми людьми, которых, к сожалению, в Украине осталось не так много и которых можно посчитать, наверное, в этом сообществе. Говорят, что в Одессе их взагалі немає, окрім Анатолия Ізотова. Ну, сначала Тарпан уничтожил эту школу реставрационную, чтобы вы понимали. И фактически материалы, которые касались фасадов, все то, что накапливалось долгое время, он тоже прихватил с собой. Хотя вы знаете, я сегодня специально опять же просмотрел, что более 20 миллионов гривен было потрачено на проектную документацию. То есть сумма немалая. С одной стороны, если бы это было реставрационные работы с изысканием, с відтворенням фасадов, с відтворенням аутентичности, тогда можно поверить, что эти работы действительно дорогие. Но, видя то, что там налепили, я думаю, что это даже на проекте эти деньги украли. Дмитре, вам слово. Тобто можемо констатувати факт, що закон порушено, і треба тепер виявляти винних? Ну, факт констатувати може будь-який перехожий, що там проходить зараз, бо там просто ти дивитися зблизька на той будинок Русова неможливо. Там можна тільки через дорогу дивитися, коли цю тріщин цих не бачиш. Документальним підтвердженням на сьогоднішній день є те, що прокуратура області оголосила дві підозри. Підозри – це доволі серйозний документ, як для розгляду кримінального провадження. Це вже той документ, коли правоохоронний орган, він вважає за можливе підозрювати особу у вчиненні злочину. Ця особа ще не злочинець, треба, щоб було винесено вирок суду. Проте правоохоронні органи взяли вже на себе зобов'язання, що певні ознаки злочину тут є, і вони будуть доводити, що цей злочин вчинили саме ці особи. Це так дуже серйозно. Вони навіть відсотки порахували, так? Ось призвели так до зруйнування, пошкодження та змінення близько 50% від загального обсягу. Це, скоріше всього, є фантажом, доведеним фактажом, який дозволяє передати так справу до суду. І відповідно, я сподіваюся, що має бути у правоохоронних органів проведення відповідні експертизи. Що вже не так, як ми з вами, як просто подивилися на той будинок і кажемо, а люди, експерти, встановили все те, що було, наприклад, повідомлено на сайті прокуратури. І відповідно, з цим уже може і суд виносити рішення. Чи це вже доказ, якщо це була проведена експертиза і виявлено такі порушення. Проте, на жаль, щоб на сьогоднішній день ось ці особи, їх представники не затягували цей процес до неможливості, і відповідно ніхто не буде притягнути до відповідальності ніколи, скажімо так. Як це взагалі? Ну, ще й питання, чи таки були проведені експертизи, чи ні? Як думаєте, Владислав? Ну, я знаю, що вони були проведені, і вопрос не тільки в експертизах, наскільки я розумію. Тобто, от Дмитрій правильно сказав, що підозра говорить о том, що слідователі уверены, що у них є доказательная база, і фактично вони готові матеріали передавати в суд. Поэтому, но мы должны понимать, что вокруг вот этой, скажем, ну, я бы сказал, возня, которая происходит вокруг дома Русова, но здесь, скажем, давайте будем честны, идет борьба за фактическое владение этим памятником архитектуры.
І в эту борьбу включаются все новые и новые лица. И мне, конечно, хотелось бы верить в чистоту намерений всех участников процесса, тем более, что первоначально заявление именно я написал как руководитель общественной организации, и я вижу по действиям следователей, что они действительно подбирали материал, касающийся как раз воровства бюджетных средств, давайте говорить прямо, потому что у них есть тоже доказательства о том, что акты сдачи приемки работ, они были подписывались фактически наперед, то есть прием и контроль за качеством работ как таковым вообще никто не проводил, понимаете? Mm-hmm. То есть получается как? Если тратятся бюджетные средства, соответствующая документация ведется, есть заказчик выполнения этих работ, в данном случае это управление капитального строительства, господин Панов, у него есть соответствующая структура, которая должна ходить и смотреть, сколько мешков они там накладных провели с цементом, а сколько есть на объекте, сколько, mm-hmm. какого качества материала используется, как работы выполняются, им же ж потом принимать эти работы, ведь тратятся mm-hmm. бюджетные средства, понимаете? Тобто контролювати і весь сам процес, конечно, від початку до кінця, і потім приймати готову. Конечно. А как можно представить, что ответственное лицо, которое реально материально ответственное лицо, которое является заказчиком данных работ со стороны города, оно берет и ага, сделали, не сделали. Тебе говорят, мы сделаем, вот обещаем, сделаем. Угу. Тут, а, сколько там, 45 миллионов? Да ладно, сделайте, я верю. Берет и подписывает. Но это же смешно, правильно? И вот это то, что установило, это то, что установили следователи, это вот этот фактаж. Ну о чем это говорит? Это говорит, во-первых, о том, что со стороны города эти схемы настолько привычные, что они даже не задумываясь их проводят. Понимаете, так было и по Воронцовскому дворцу, так было и по Бельведеру с Одесскоммунэкологией. Мы об этом всегда писали и всегда говорили. Но в данном случае этот объект знаковый, в том числе и для действующей городской власти, потому что Геннадий Леонидович очень серьезно на нем пиарился. И сказать, что мотивы, скажем, вернуть в громаду и вернуть в город эти помещения, они плохие? Нет. Ну, я не могу этого сказать. То есть реально заявляется, декларируется о том, что часть помещений, значит, будет возвращено под музей и так далее. То есть хотелось бы в это верить, только вот непонятно, зачем после таких деклараций, скажем так, еще своим непосредственным близким чиновникам давать воровать на этих объектах. То есть, ну, я просто, я не понимаю вообще ни по понятиям, как бы вот таким, знаете, то есть mm-hmm. у нас там все выходцы из 90-х, чуть ли там не воры в законе, все, но сели, пацаны, это мое, значит, вы здесь не воруете, потому что я здесь пиарюсь. Ну, можно же было так сделать. Ну, получается, что пацан здесь пиарится, а здесь у него из кармана втырят. Ну, это же вообще... Это же не у него из кармана втырят. У него из кармана тырят его рейтинг, понимаете? Потому что все же всем видно. То есть уже воровство бюджетных средств, вот этот насос, он воспринимается людьми окружающими, знаете, как что-то, как данность. Уже все к этому mm-hmm. относятся спокойно. Звыкли. Да, ну то есть 300% отката. Ну это же нормально, что все так работают в Одессе. А мені ще uh-huh. хотілося б додати. Я ось цей прес-реліз прокуратури області uh-huh. читаю вкотре, і мені здається, що це кримінальне провадження, воно стосується не більше не цієї реконструкції, що ми зараз спостерігаємо. То, я думаю, окремий буде склад про злочину. А ще тих дій, що були здійснені власниками приміщень ще до цієї реконструкції. Бо uh-huh. вони проводили якісь роботи там, вони там щось змінювали, вони щось у дворі цього будинку змінювали, вони там щось перекраювали. І відповідно, ну, я просто обмаль інформації. Uh-huh. Якщо було більше інформації, можна було б якось більш об'єктивно казати. Але мені здається, що тут більше притягуються до відповідальності саме власники приміщень, за те, що вони зробили ще до цієї глобальної реконструкції, за ті переробки і те знищення цього будинку, до якого вони привели. Ну, знаете, вот я, наверное, более пессимистически настроен. Единственное, что я тут полностью согласен с Владом, что до сих пор продолжается борьба, и еще она будет продолжаться не один год за контроль и за собственность этого помещения в этом здании. И все эти реляции победные господина Труханова и даже там регистрация через
регистраторов права собственности, еще ничего не значит, потому что суды идут и будут идти. Речь идет об огромных финансовых потерях для бывшего собственника. Ну, на сегодняшний день он все-таки является пока бывшим собственником, до тех пор, пока не докажет в суде обратное. Так вот, и очень похоже на то, что в эту же борьбу включилась областная прокуратура. И я полностью согласен с Дмитрием, что по большому счету должно быть сначала доказано воровство бюджетных средств или нецелевое использование. Или, как это, помните, как тигру мясо в зоопарке не докладывают, так и здесь. Все прекрасно понимают, что деньги были выделены огромные, а использованы были самые-самые дешевые материалы. Однако речь идет совсем о другом. Речь идет о том, что собственник или компании, связываемые с бывшим собственником, это вот эти три компании, которые непосредственно связаны с господином Тарпаном, нанесли повреждения там, аутентичным элементам. Але це підрядник компаній, правильно? Я, насколько я понимаю, подрядными компаниями были другие. Да, вот эти насколько компании... я понимаю, да. Подрядчиками были другие компании. Может, эти компании выступали субподрядчиками на проведение каких-то специфических работ? Я пока этого всего не видел. Но логично было бы сначала разобраться, на что были потрачены деньги, доказать, что деньги были потрачены не целевое назначение, не соответствие там, формы материалов, и потом следующим на уничтожение. Однако произошло совсем наоборот. И это мне, знаете как, я бы очень хотел ошибаться. Вот в действительности, вот честно хотел бы ошибаться. Но похоже, что областная прокуратура включилась на стороне Одесской городской власти на давление на бывшего собственника, чтобы он отпустил эту ситуацию и не боролся за свои активы. Я могу поддержать, да, и действительно, я тоже, ну, пытался на это намекать, но смотрите, речь идет не только об этом здании. На самом деле, мы видели в списке компаний, да, которые обвиняются, реставратор 1946. Компания реставратор — это те компании, которые фактически Тарпан регистрировал, и на них, на эти компании регистрировалось право собственности на помещение. Да. И в том числе, одна из таких компаний была зарегистрирована в 2015 году, реставратор 21, по-моему. И именно она участвовала в судебных процессах, которые сейчас пытался оспаривать город и проиграл в кассационном суде, насколько я знаю, как раз как совладельцы многоквартирного дома эта компания выступала. Другие компании подобные, их много, они просто пытались, выкупали квартиры у жильцов, набирали эти активы, или их оформляли, потому что большое количество людей, достаточно большое, на удивление, не оформили, так и не оформили право собственности на свои квартиры. То есть фактически эти квартиры оставались неприватизированными, да. И вот, власть громады. Да, и вот здесь по пути, скажем так, по пути приватизации, потому что город как бы хотел же как можно больше тоже активов набрать, но город это не один человек, понимаете? Когда в городе вся структура построена на воровстве, то вот эти квартиры, вот эти куски пораспихивали сами чиновники себе по карманам. Вот что произошло, понимаете? То есть они, да, они их повыкупали у людей там за бесценок, но они так и не стали собственностью громады, потому что они переоформлены были через подставных лиц и так далее. То есть со стороны Тарпана, да, действительно действует команда некая, у него какие-то юристы есть и так далее. А со стороны города это Геннадий Леонидович, который как, не может быть, что? Вот они пооформляли на себя. Да, Геннадий Леонидович, вы что, думали, что только вы можете вот этими вещами заниматься? Получается, что все вокруг могут этими вещами заниматься в городе. Вот так, понимаете? Дмитро. Дивіться, яка ще штука. У нас провадження, ось це оголошення на прокуратурі, на сайті прокуратури області, за статтею 298 Кримінального кодексу. Тобто це ось і є пошкодження, руйнація пам'яті культури. А якби в нас було кримінальне провадження стосовно неякісно проведених робіт,
підписаних актів прийом-передачі без фактичного відповідності дійсності, в нас мала би бути стаття 367 «Службова недбалість». Угу. Бо та особа, що була замовником будівництва, тобто управління капітального будівництва, якщо вони дійсно приймали ці роботи, а ми бачимо тут просто на обличчя все, що ці роботи були неякісні, а вони підписали ці акти приймання передачі цих робіт, то тут має місце службова недбалість. Це був би інший склад, і були б і підозра б вручалася зовсім іншим би особам. А в нас дійсно більше схоже на ту версію, що прокуратура на сьогоднішній день здійснює тиск про стосовно от цих попередніх власників більше. А ніяким чином не торкається поки що місцевої влади. Ну і абсолютно безполезна, недоказуема фактично стаття. Я не знаю ні одного случая, коли б за разрушение памятника архитектуры, либо за содержание его в ненадлежащем порядке, то есть в нарушение подписанного охранного договора, хоть кого-то бы за это наказали. Да. Был, по-моему, один случай, когда изъяли из собственности в Киеве один из памятников архитектуры, но... А ЖКС Фонтанский, который по дому, Портофранковский, который по дому Либмана заплатил 340 тысяч штрафа. Опять же, то, что мы смогли тогда зафиксировать, написали заявление, да, и с журналистами сообща, как бы и отстояли это. Ну, я имею в виду наша организация. Вот по дому рядом. То есть, ну, в том случае, когда ненадлежащее содержание, это одно, это действительно сложно доказать. А в том случае, когда проводятся работы, и по чисто формальному признаку... Влад, ну, статья-то как раз именно про ненадлежащее содержание. Правильно, понимаешь? правильно. Но доказательной базой наверняка есть работы, которые не были там договора, акты, которые не прошли соответствующее утверждение. Понимаете, это фактически здесь по формальным признакам, без особенных следственных действий, то есть берешь договора, да, это работа юриста, можно уже подвести доказательную базу. И мне действительно вот очень странно, почему при этом господин Панов, который является заказчиком работ, фактически, да, никто никаких вопросов не задает. Угу. Мы... Панове, маємо повідомлення на вайбер від глядачки. Давайте я зацитую. Валентина нам пише: «Нет никакого контроля над финансами города. Бюджет города разворовывался, разворовывается и будет разворовываться. Кто его будет проверять?» Ну, бачите, не всім однаково. Є люди, які хвилюються. Ну, надо чётко, щоб люди понимали, що вот эта мясорубка, которая перемалывала средства и выводила, она их выводила по нескольким направлениям. В основном это УДХ, управление дорожного хозяйства. Управление капитального строительства, понимаете? То есть эти схемы, они отработаны, они всем понятны. Вот. Если говорить о бюджете. Угу. Никто Положение. Не будет контролировать, потому что граждане не в состоянии контролировать и влиять. Это то, в принципе, о чем мы говорили, что любой нормальный мэр, нормальный, цивилизованный и городской совет должен был бы прислушиваться к мнению вот таким вот, в том числе, таких неравнодушных граждан. На сегодняшний день контролировать бюджет могут только депутаты в момент его распределения по различным направлениям и какие-то полностью подвластные мэру и некоторой группе депутатов коммунальные предприятия и департаменты. Как вот то, что сказал Влад, управление дорожного хозяйства, через которое вытаскиваются миллиарды, наверное. Кстати, 158 миллионов гривен на реставрацию были выделены из несколько миллиардного кредита, полученного городом. Более того, в том числе одним из оснований, что этот многомиллиардный кредит, а он уже сегодня многомиллиардный. Так. Тоді я згадую, це було, так давайте ж відреставруємо. Именно одним из аргументов, что его необходимо срочно взять, было то, что нам нужно провести реконструкцию, я уже даже не говорю реставрацию, хотя говорили реставрацию. Просто не хочу, чтобы люди думали, что им что-то отреставрировали. Я в Одессе, кроме кирхи, ничего не знаю, чтобы реально отреставрировали. Реставрация фасадов — это фарс. Это фарс, это уничтожение аутентичного вида, подкрашивание и там в некоторых местах латание крыш. И также произошло с домом Русова.
Панове, питання щодо власності. Влітку йшла розмова повністю до передачі до комунальної власності. Так, який наразі статус будинку Русова? Сьогодні він в комунальній власності. Угу. Проте слід забувати, що окремі приміщення, що являються його частиною, вони приватні. В приватній власності. Угу. Тобто весь будинок в комунальній зареєстрований, про що зараз йдуть суди. Є рішення господарського суду по першій інстанції, де позивачам відмовили в скасуванні комунального цієї реєстрації за комунальною власністю. Але буде і апеляція, буде і касація. І так далі. Тобто питання ще продовжуються і продовжуються. Просто тут треба понімати два моменти. З одної сторони, це дійсно пам'ятник архітектури, який, к щастю, госпожа Штербуль не успіла вивести або не рішилась виводити з списку пам'ятників архітектури. На відміну будинку Фесенка, який зараз на відміну від більше 100 пам'ятників архітектури, які при Штербуль були виведені із цього списку. І в тому числі типографія Фесенко, которую вот-вот хотят уничтожить, и против которой сейчас вот 12 числа, по-моему, будет... Так, цієї суботи буде мітинг. Мітинг, да. Так, это с одной стороны. И это на собственника или условного собственника, балансодержателя, там, накладывает одни обязательства. С другой стороны, надо понимать, что все с самого начала... Начиная от этого непонятного создания УСМД, которое потом получило на баланс этот дом, все это шито белыми нитками. То есть, когда оформляют, создают УСМД в доме, официально признанном аварийным, вот с этого надо было и начинать, а не забрасывать шапками. И поэтому мне это все напоминает фарс. Понимаете? Вместо того, чтобы та же прокуратура бы пошла бы в целях отстаивания интересов громадян и громады, аннулировала бы создание ОСМД, аннулировала бы передачу здания на баланс этому ОСМД. И дальше, постепенно двигаясь, то решили влить 158 миллионов гривен, потом решили, теперь мы это все заберем, а потом мы еще кого-то там попытаемся сделать в этом виноватым. Так, город, дело в том, что как раз и оспаривал создание этого многоквартирного собрания. Это и есть реставратор 21. И как раз и первое... Влад, я про прокуратуру. Я говорю про прокуратуру, потому что изначально... А прокуратура изначально... же не имеет других как... механизмов. Она точно как так же механизмов? Обращается в Послушай, суд. Послушай, когда создается ОСМД в доме, признанном официально аварийным, это уже либо там, как квалифицируется, либо подлог, либо еще что-то. Квалифицируется в суде. Вопрос в том, что вот сейчас высшая инстанция как раз оправдала это собрание многоквартирных жильцов. Понимаете? То есть они кассацию выиграли. Вот в чем вопрос. А город, да, он выиграл первую инстанцию, выиграл апелляцию, а кассацию проиграл. И вот получается так, что предположить, что господин Тарпан это делает, исходя из своих там каких-то капиталов вложений и так далее, очень сложно, потому что выкупается целый квартал фактически вот так по помещениям вплоть до улицы Пастера. Понимаете? И кто стоит за этим политиком, который сейчас в опале, он же сейчас в розыске официально находится, да? Кто с этим капиталом подкидывает ему эти деньги, очень сложно предположить. Но, с другой стороны, мы видим абсолютную неадекватность со стороны юридического департамента городского, я имею в виду, потому что, когда защищать надо, допустим, застройщика, вот как Дмитрий подтвердит, они постоянно всегда оправдывают выданные управлением архитектуры условия, ограничения, всегда документацию, то есть самую нелепую. Они всегда выступают на стороне застройщика. А когда надо действительно защищать активы городские, имущество, да, как-то все очень через пень-колоду получается. То есть, ну, так же ж не бывает. Угу. До речі, ще можна сказати, що ось у нас є пам'ятка архітектури будинок Русова, так, поки що є. Але якщо подивитись той же прес-реліз прокуратури, то усі ті пошкодження, там 25%, 50%, там десь 100% пошкоджень. Так, стосовно це, внутрішнього оздоблення, так, порахували, що 100% це зруйновано, не просто зруйновано. Це може призвести до того, що цей будинок і втратить цей статус.
На сьогоднішній день. Пам'ятки архітектури, можливо, так? Ушкодження, так, вже можуть призвести до початку процедури втрачання статусу. Виведення з... Ну, взагалі-то не зовсім так. На самом деле, якщо даже памятник архитектуры, имеющий статус, разрушился, это еще не является основанием для лишения его статуса. Его можно восстановить в том виде, в каком он был. Вот, да, то есть и в данном случае как раз вопрос больше ну, не технологии процесса, потому что технология — это отдельная тема, и технологов реставрационных, и вообще единицы. Но тут не надо быть технологом. Я как химик уже вижу, что технология была нарушена, потому что когда подходишь к зданию, и зная, что это известняковое здание, да, и ты видишь, что вся шпаклевка, вся штукатурка отходит, где-то пузырится, где-то просто отслаивается, идет трещинами, то здесь понятно, что даже не изучая, что за материалы использовались, понятно, что они ложились на неподготовленный известняк. То есть, скорее всего, камень был не просушен, он был мокрый. И, скорее всего, технология как раз была нарушена. И это опасно тем, что вся вот эта отделочная часть, она будет отслаиваться. То есть, это не одна плиточка упала. 158 миллионов гривень – это просто в никуда. Это потом треба відреставрувати знову. Это может в минус быть, потому что теперь этот материал, если он начнет отслаиваться и падать, его теперь надо снять таким образом, чтобы не повредить несущие конструкции. То есть для этого, опять же, надо привлекать людей. То есть и так далее. Благо, что здание оказалось... действительно, что в плюс, это то, что кровлю отреставрировали, отремонтировали. Вернее, это не реставрация никакая. Угу. Кровлю отремонтировали, и сейчас, по крайней мере... На первом этапе это говорили консервация. Да. Хотя бы действительно, после десятилетия простоя поджогов постоянных, замыкания и естественного разрушения, хотя бы за эти деньги законсервировали. Панове, на жаль, наш час ефір не вичерпано. Дивимося підсумкову думку глядачів. Скільки часу витримає відреставрований будинок Русова? 19% за те, що як і належить за гарантію, і більшість, 81%, недовго будинок вже тріщить. Думаю, результати інтерактиву показові. Я вам вдячна за цікаву розмову. І далі випуск новин передусловлю.